Здорово. Я расскажу вам историю про то, как я посрал за одну секунду. Дело было так. После школы мы с братом и другом Андрюхой пошли к турникам. Один из турников был с кривой перекладиной, и мы ходили к нему мутить яйцекрутку. Это когда ты перекидываешь одну ногу, хватаешься руками и начинаешь крутиться на турнике. А если это делать неправильно, то яйца просто превращались в смятку и было очень больно. У меня яйцекрутка никогда не получалась, и именно поэтому я так любил много на ней крутиться. И вот однажды мой брат решил покрутить яйцекрутку, а мне пиздец приспичило посрать. Я осмотрелся по сторонам, на меня никто не смотрел. Ну а хули делать? Сяду посру. Я приспустил штаны и одним движением, набрав воздух, выстрелил из своей жопы смачный кусок глины. Нет, это был не понос, а здоровая крепкая говняша, которая приземлилась в траву прямо у турника. Андрюха, который залипал, как мой брат крутит себе яйца, повернулся в мою сторону, увидел на земле мою личинку и заорал: «Ебать, откуда здесь взялась эта куча говна? Ты чё, только что посрал? Блять, как ты успел?» Ну пока вы не смотрели. В общем, мы знатно поржали с моего говна, но спустя минуты полторы вдали показалась фигура, приближающаяся в нашу сторону. Это была моя одноклассница, которая мне очень нравилось, о чем я ей не говорил. И знаете, что сделал мой друг? Он побежал ей навстречу, но не для того, чтобы поздороваться. Он начал кричать: «Бля, прикинь, он только что насрал просто огромную кучу говна!» А я просто стоял и слушал, как рушатся мои шансы на отношения с этой девушкой. Было стыдно.